Всем привет! Вы собрали какое-то нереальное количество лайков для моего канала. Целых 40 тысяч. Поэтому, как и обещал, второй сезон Танго Сквада. Поехали! После первого сезона в команде осталось всего 5 человек. Ну и по классической схеме мы решили набрать лучших игроков с турниров Танго Лиг со всего мира. Но одним из участников соревнований был Антоха Карпов, мой бро, который бился за то, чтобы попасть в Танго Сквад. Это было очень тяжело. Проявить себя он смог в самом для него легком, я думаю, это игра в панну. Он обыграл очень много игроков в панну, которые действительно были очень сильны. Но в финале, к сожалению, удача отвернулась от него. Он проиграл колумбийцу, который был действительно технически не очень сильно оснащен. Колумбийц просто забил ему 3 гола, встал в оборону, и у Карпа не летело ничего ни в ворота, ни между ног. К сожалению, он проиграл. Бро, ну ты знаешь, я тебе все говорил, ты все равно бился как просто лев, тигр, бог, горох и так далее. И за это тебе огромный респект. Ребят, ну затем состоялась игра между 4 победителями отборочных соревнований и основной четверкой Танго Сквада. Плюс к нам ко всем добавили по вратарю. Мы выдали просто офигительнейший матч. 2 тайма по 10 минут в формате 4+1. Мне удалось отличиться. Вы посмотрите офигенный гол, мне даже самому понравится. Я люблю его иногда пересматривать. Очень упорная и равная борьба была, так что я думаю, что вот те новые парни, которые попали в команду, они нас действительно усилили. Это был японец Кей и мировой MVP Комель. Брат, кстати, Карп, ты имел возможность стать мировым MVP, это я так держу в курсе просто. Ты бы стоял в Москве с золотой такой статуэткой огромной. Но, брат, конечно, зачем фану обыгрывать колумбийца Мешка? Непонятно, брат, непонятно. Мы прилетели в Вену для того, чтобы встретить нашего мирового MVP Камеля. Там для него в Вене Adidas создал специальную коробку, именную, куда люди могли просто так приходить поиграть. И мы там провели небольшое соревнование по панне, но там было все очевидно. Джек Даунер нас всех просто разорвал, особенно меня, сейчас увидите там. Но я наказал мирового MVP Камеля. Карп, это было за тебя. Я его порвал в панну просто без шансов. Мне хватило 15 секунд буквально. А потом проигравшие прыгали в бассейн. Ну, это все фигня, на самом деле, не особо интересно. Поэтому просто посмотри, как они прыгнули в бассейн и все. Переключайте дальше видос, пропускайте 10 секунд. Blow that whistle. Start a dribble. Move your feet. Ребят, ну а с чего начался мой небольшой конфликт с тренером? Он начался с того, что мы на небольшой предыгровой тренировке в Лондоне тренировали удары вместе с нападающим из Италии Рикардо. Тренер сказал мне, что мы проявили себя оба очень хорошо, поэтому сыграем ровно по тайму. Я сказал, вообще без проблем, мне даже не важно было на тот момент, выйду ли я в старте или со второго тайма. Хоть это был принципиальный матч, но все равно было важно как можно больше игрового времени получить его. В итоге я заканчиваю первый тайм, и тренер говорит, Вить, типа, отдохни еще 10 минут. И все, я бомбанул, но там увидите, как я разворачиваюсь, там плюю вниз, вот это все дела, вот эта бомбежка. Меня это очень сильно разозлило, потому что тренер сказал, прям что пообещал даже, что мы сыграем ровно по тайму. Ну, я уже вышел, если честно, очень огорченный, но все равно с огромным желанием доказать. Там будут показывать, я стелился в подкатах, вы такого вообще в жизни видели, в подкатах, в отборах, разрывал. Ну, забил голик, естественно, и просто потом ко мне подошел тренер, сказал, Вить, типа, так и так, извини. Я что-то про это забыл совсем, что я тебе сказал. Вот выпустил тебя, как только счел нужным. Обида небольшая осталась, но дальше он мне сказал, что я сыграю в следующей игре, когда мы должны были ехать в Мадрид, все 90 минут. Ребят, чтобы вы понимали, эта игра не попадет даже на видос, потому что я вышел на 10 минут, он заменил меня обратно. Хороший тренер. Най сдержит обещание, спасибо огромное ему. Джо, брат, если ты это смотришь,
ты урод. После Вены мы нашим Gucci Gang'ом танкосхватом двинули в Лондон. Ну а в Лондоне мы должны были сыграть матч против победителя местной танго-лиги, но это не самое важное для меня было. Самое интересное нам предстояло встреча с офигенными суперзвездами мирового футбола. Дели Алли, Филипп Андерсон, Генрих Хитарян, Чичарита. И даже с Генрихом Хитаряном мне удалось пообщаться на русском языке, несколько минут диалога, было очень интересно. Я очень благодарен Генриху за этот продуктивный действительно диалог. Я спросил некоторые моменты, которые мне были интересны в Лондоне, про английский футбол. Он мне все рассказал и был тоже очень рад со мной пообщаться, потому что я был единственным человеком на том мероприятии, кто разговаривал на русском языке. Мы решили заехать на танго-лигу в Париже, где были Поль Погба и Менди, чемпионы мира. С ними удалось тоже пообщаться, сфоткаться. Очень крутые и харизматичные ребята. Ну, в общем-то, как и любой, я думаю, французский футболист, за исключением Н'Голо Канте, наверное, они все очень веселые и жизнерадостные. Уровень ивента в Париже очень крут. Он, конечно, не круче, чем в Москве, но все равно мне все очень понравилось. Нас там встретили как таких маленьких суперзвездочек, конечно, по сравнению с Погба и Менди. Но все равно все были очень рады, нам пофоткались с нами и так далее. И нам предстояло более серьезное испытание в Париже. Команда, против которой мы играли, играет во второй французской лиге. То есть получается пример, как наш ФНЛ. Нам рассказывали, что они очень сильные, и вы сами все увидите, я думаю, на видосе. Даже несмотря на то, что мы имели некоторые голевые моменты, мы, к сожалению, проиграли 2-0. Меня заменили после первого тайма. Было тяжело, потому что на меня шли одни выносы. Я старался зацепиться за мяч, но чаще всего против меня оказывалось 2-3 соперника. Да, они были физически крепкие, и из-за этого было вдвойне тяжело против них бороться. Далее мы всей нашей командой и уже полным составом двинулись в Мадрид для того, чтобы потренироваться на базе Реал Мадрида в Альдебас. У меня ниже есть влог на моем канале, где я рассказываю про то, как это было. Да, не очень эмоционально рассказываю, но это только начало, ребят. Я буду стараться, правда, повышать свои способности, говорить на камеру живо и, как я говорю, в общем-то, в жизни. Влог с базы Реал Мадрида и вместе с Иско. Ну а здесь нам предстояла тренировка вместе с ним. Нам обещали, что он покажет нам некоторые хитрости, тонкости и потренируется вместе с нами. Так что посмотрите, он просто нереально техничный. Ребят, я вам серьезно говорю, я без шуток. Обычно я так типа, ну шутка проверить, ой, у тебя клей там есть или нет. Ребят, у него реально там клей. То есть наш вратарь вводил ему метров на 20 вверх. Человек просто брал, подставлял подъем, и он клеился. Мяч просто сразу ложился на землю, без отскоков, без всего. Ну и плюс футбольный интеллект, у него все на высочайшем уровне, и видно, что это игрок мирового класса. Falta de humildad y tú hablas de mucho como se hace y no sabes ni la mitad. Somos leyenda, 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 leyendas vivas. Somos leyenda, 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 leyenda.
Затем в Мадриде после тренировки с Иско к нам подскочили наши друзья из F2, Билли и Джизи, и провели с нами небольшую тренировку именно атакующих скиллов, то есть со мной, с Рикардо и в целом с атакующей группой, нас 5-6 человек там было. Пытались объяснить, как правильно открываться, как правильно расставлять корпус, смещение, передачи и так далее. Ну, если честно, это была довольно продуктивная тренировка, я много что для себя усвоил. Особенно после матча с F2, в котором мы, к сожалению, забили ни одного гола. Они именно из-за этого решили провести тренировку с атакующей группой, а не с защитниками, не с полузащитниками, потому что с атакой у нас были некоторые проблемы. Но это, если честно, с атакой, честно вам скажу, были проблемы из-за полузащитников, которые тупо не могли довести до нас мяч. Но это уже другой вопрос. Голов в любом случае ноль, так что результат налицо. А F2 я хотел бы сказать большое спасибо, ребят, вы действительно дали много пищи для размышлений, много нового, и это было очень круто. Ребят, ну а в Манчестере был финал сезона на Олд Траффорде, я не смог, к сожалению, туда полететь из-за травмы голеностопа. Это была именно финальная игра, то есть последняя игра второго сезона. Я не знаю, будет ли третий сезон, мне еще ничего не сказали, но... тоже, к большому несчастью, скорее всего, проект «Танго Склад» будет закрыт. Но это еще не точная информация, так что ждите официального подтверждения. Я вам все расскажу в своем инстаграме, оставлю ссылочку в описании. Ребят, всем огромное спасибо за просмотр. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал. Также ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видосы. Они ходят, выходят редко, но и метко все равно. И, ребят, совсем не дело. Под последним роликом 320 тысяч просмотров, а подписок всего 70 тысяч. Давайте, пожалуйста, как-то соберемся и... сделаем эту кнопку серой, будем как на канале у Германа говорить. Всем спасибо, всем пока.